Россия посыплется раньше, чем закончится война. Такое заявление сделал в интервью каналу ABC News глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По его мнению, Россия находится на пороге сейсмических изменений, которые приведут не только к завершению войны против Украины, но также к распаду самой РФ. Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины отметил, Россия – единственный бенефициар утечки разведданных США, которая произошла в начале апреля, и подчеркнул, нет риска того, что утечка нанесет ущерб отношениям между Украиной и Соединенными Штатами. Буданов уверен, Украина вернет контроль над Крымом. Он высмеял ядерные угрозы Кремля и провальное зимнее наступление россиян, которое обернулось для них огромными потерями без существенных успехов.